приходим мы в школу на урок, чтоб учиться, искать и мечтать. Чертим графики, учим правила, узнаем, как прекрасна земля. И уводит нас в дальнее плаванье педагог, капитан корабля. Яркий свет в пути мы увидели, этот мир познавая с нуля. С днем учителя, с днем учителя, наши милые учителя. Слишком разные попадаются ученики, но не важно им, и за каждого будут биться до боли в висках. И разумное, доброе, вечное сеять в наших умах и сердцах. Яркий свет в пути мы увидели, этот мир познавая с нуля. Учителя, наши милые учителя. Всех учителей, позвольте мне от имени всех присутствующих поздравить вас, дорогие наставники, и от всей души пожелать успехов в нелегком труде, терпения, счастья и здоровья. А теперь я предоставляю слово нашему директору Юрию Владимировичу. Коллеги и работники школы, сегодня праздник, наверное, не только учителей, а всех сотрудников школы, вспомогательного персонала. Все сегодня радуются, все сегодня красивые. И я особенно, конечно, поздравляю учителей. Я поздравляю вас с этим великим, как сказал Владимир Семенович, международным праздником. Международным праздником, учителя, Днем Учителя. Я всем желаю еще раз большого счастья, благополучия, здоровья и понимания. С праздником!